И на ней приглашается большой одесский парень, 261 килограмма, Красного, город Королёв, Кристина Малина. Thank you.
Кравцова. Она представляет городов Кравцова, Кравцова. С последних 15 лет 4 года спортивный стаж 41,38 кабинет. Является единицей первенства Центрального федерального округа и финалистом первенства России 2018 года. Тренируется руководством Бориса Назуева. Ольга Кравцова из Синьякова. Победитель спортивного дня весовой категории до 61 килограмм. Сил Андрей Зарин, тренер. Один стрельба, 263 килограмма, чемпион, с разногласием решения судей, становится боксером города Каганева. Красного стрельба и спортсмена. Также мы поддерживаем средства медалистов.
Соревнования концового года было хорошо. Участие финала в их тренера приглашается на награждение.